Всем привет, дорогие друзья, с вами Стро 700, и сегодня вам покажу и расскажу, как стать супергероем зеленым фонарем в Майнкрафт абсолютно без модов. Поехали! Итак, берем команд блок, ставим его и вписываем такую команду, ссылку на которую я оставлю после 30 лайков на этом ролике. Активируем команд блок и ждем построения механизма. Итак, механизм у нас построился, и теперь для того, чтобы превратиться в нашего супергероя зеленого фонаря, нам нужно сделать зеленый наперсток или какое-то колечко зеленое, с помощью которого мы и превратимся в нашего зеленого фонаря. Берем адскую звезду и один изумруд. И теперь сбрасываем оба эти предмета в одно место. У нас появляется вот такое вот кольцо, который называется Green Lantern Ring. И теперь, чтобы стать зеленым фонарем, нам нужно просто вот это вот колечко положить в самый первый слот в нашем инвентаре. У нас появляется два новых предмета. Это две наши новые особенности или же способности. Но до того, как я вам расскажу про вот эти вот две способности, я вам расскажу, как стать внешне похожим на самого зеленого фонаря. Для того, чтобы стать внешне на него похожим, нам нужно взять вот такие вот предметы, как кожаные штаны, ботинки, шлем, куртку и все. Теперь все эти вещи мы одеваем и можем сразу же снять, чтобы посмотреть, что они дают. Они нам дают 20, плюс 20 к максимальному здоровью. То есть нам костюм, ну не костюм, а голова, вот эти вот очки, дают плюс 20 к ХП. Дальше, нагрудник нам дает плюс 1 сопротивление отбрасыванию. И штаны нам дают плюс 5 к урону. И плюс к скорости у нас дает наши ботиночки. В общем-то, вот такими вот способностями обладают наша броня, наш костюм. И теперь давайте, ребят, посмотрим на наши способности, то есть вот эти вот предметы, которые нам добавились в инвентарь. Первая способность — это зеленый луч, зеленый лазер, не знаю как называть, ну, думаю, зеленый луч правильнее будет. Берем свинозомби, например, любого моба берем, это в моем случае будут свинозомби, спавним их, и берем этот луч, и теперь просто этим лучом убиваем всех. Это было круто. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Если вам понравилась эта способность, то просто, ребят, поставьте лайк. Реально, способность очень крутая. Вот такой вот прикольный зеленый луч, зеленый лазер. Не знаю, как это можно назвать, но мне больше нравится зеленый луч название. Но реально прикольно, вот так вот. Реально круто. Давайте еще раз посмотрим, как он работает. То есть давайте реально линию вот такую вот сделаем. Прижмем. Да, с дальностью, походу, у этого луча проблема, но думаю, если подержать подольше, то всех убьет, да? Ну, почти всех, но реально способность просто зашибись. Прикольная способность, которая мне реально нравится. Следующая способность, у него их две, к сожалению, у зеленого фонаря их всего две. Кстати, я вам не показал, как я выгляжу. Теперь я выгляжу вот таким вот образом, такие вот прикольные очки на мне, новая голова, вот такие вот новые зеленые вещи. Ну, реально, очень прикольно. Ну что ж, давайте посмотрим следующую способность. Это наш щит. Energy щит, то есть это энергетический зеленый щит, который, когда мы идем, вот так вот меняется. Давай, идем, и мы можем по одному блоку проходить, и он будет у нас убираться и становиться сразу же возле нас. Вот так вот он прикольненько выглядит, этот щит. Мы его можем сломать, но он опять будет строиться, пока у нас в руках наш сам щит энергетический. Когда мы его убираем, то у нас, соответственно, поле пропадает. Давайте попробуем, как это работает, ну, например, на тех же свинозомби. Переходим в гейм-мод 0 и смотрим. Кстати, ребят, как вы можете заметить, у нас стало в 2 раза больше ХП. Берем... Нет, давайте сначала заспавним свинозомби. Блин, я это должен был сделать в креативе. Спавним спинозомби, вот столько дофига спинозомби, возьмем на всякий случай
алмазный меч. И теперь переходим в режим гейммода 0. Бьем одного свинозомби. И просто берем щит. Все. Свинозомби нас просто не тронут. Просто смотрите. Мне их просто жалко, они нас просто тронуть не могут. Вот мы ломаем щит, и мы сами не можем его сломать. Да, не то, что свинозомби или какие-то Ой-ой-ой. Это было плохо. Это был фейл, это был эпичный фейл. Я не знаю, как они только что сломали щит, но они как-то это сделали. Это было эпично. Свинозомби как-то прошли в мой щит. Я не знаю, каким образом, но они как-то это сделали, так что лучше этому щиту не прикрепить. Да. Ну, весьма неплохо. Да, неплохо. Давайте еще раз попробуем. Возможно, походу у меня лагануло, и из-за этого щит у меня не выдержал. Ой, они на меня все опять начали агриться. Ладно, поехали. Берем щит и не убираем его из рук и не ломаем. А-а-а, все понятно. Вот. Все, я понял, почему у меня произошла такая ошибка. Это все из-за того, что я начал ходить. То есть щит начал перемещаться, и свинозомби успели пройти в поле прямо со мной. И поэтому они не застревают в блоках, а прямо со мной шли за моим щитом. И если я буду вот так отходить или подходить, то тогда щит будет рушиться. Если я вот так вот опять сделаю, то есть отойду. Вот, опять отошел, и они сейчас могут зайти в щит. Но они не успевают этого делать. Поэтому, ребят, такой ошибки ни в коем случае не повторяйте. Да. Ну что ж, ребят, на этом все. Вот такой вот... ой, блин, нет. Лучше вот так. Вот такой вот супергерой, хотя нет. Нет, я кое-что забыл. Я забыл то, что можно летать на вот этой вот фигне. Да, серьезно. Это третья суперспособность его, то, что можно летать на этом шарике. Прикольная способность, весьма прикольная, мы можем летать, и возле нас появляются вот такие вот частицы зелененькие, такие эффекты, типа показывают то, что мы типа зеленый фонарь, и мы летаем. То есть мы сейчас летаем в гейммоде 0, и мы реально летаем. Это его третья способность, самая, можно так даже сказать... ничем не примечательная особенность. Хотя полет тоже что-то такое прикольное дает. Чтобы закончить пользоваться этой способностью, надо просто приземлиться на пол. И как-то так вот, ребят, работают вот эти вот все способности. И, да, круто мы выглядим. Если вам понравился данный механизм, данная команда и вообще данный супергерой, данные способности, просто поставьте лайк. Да, ведь я это нашел, как-то решил постараться для вас что-то интересненькое найти, и как-то так, друзья. На этом все, всем спасибо за просмотр, и, кстати, напишите в комментариях, какая вам способность больше всего понравилась. Напишите название или что, я не знаю, что вы хотите об этой способности, и просто напишите, какая вам больше всего способность понравилась, и почему же. Вот лично мне понравилось больше всего вот этот вот... офигительный зеленый лазер. Луч лазер. Нет смысла, не знаю, мне и так нормально его назвать. Ну что ж, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи. Всем пока.